Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, жил в одной стране медвежонок под именем Винни-Пух. А почему под именем? Потому что над его дверью была надпись «Винни-Пух», а он под ней жил. Однажды Винни-Пух отправился в лес, чтобы немного подкрепиться. Он всегда был не прочь подкрепиться. Кроме того, он был поэт и в свободное время сочинял стихи и даже песенки. Приблизительно такие. Если я чешу ватрюки, не беда. Дома не мои ватрюки, ба-ба-ба. Но когда-то мои ватрюки, но причёлки не ватрюки. А также шумёлки-пахтёлки, сотёлки. Сочиняю я неплохо зима-два. Да. Хорошо живём на свете, Винни-Пух. Оттого поёт он эти песни вслух. И не важно, чем он занят, если он хулить не станет, а если он хулить не станет. Если, конечно, вовремя прикрепиться. Чтобы я его ел. По-моему, так. Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали, как высоко строить дом. Ой, мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед нравится ему. Итак, Винни-Пух отправился к своему лучшему другу поросенку Пятачку, который жил в домике с надписью «Посторонним В». А кто такой был «Посторонним В», об этом не знал даже сам Пятачок. Доброе утро, Пятачок. Интересно, нет ли у тебя случайно воздушного шара? Воздушного шара? Да, я так нашел, не выдумал. Нет ли у Пятачка случайно воздушного шара? А зачем тебе воздушный шар? Накануне Пятачок был в гостях у кролика, и там ему подарили два прекрасных шарика, синий и зеленый. Какой тебе больше нравится? Вот что, когда идешь за медом, главное, чтобы пчелы тебя не заметили. Ага. Если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, не заметить его. Ага. А если шар будет синий, они подумают, что это просто кусочек неба, и тоже ничего не заметят. Как ты думаешь? А мне заметят под шариком тебя? Может заметят, а может и нет. О, я притворюсь, будто я маленькая летучка. Тогда они не догадаются.